Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, пчелка Джузи, и мы возвращаем симулятор пчел в Roblox. И отличные новости, прошлое видео собрало 500 лайков, поэтому мы записываем продолжение, тем более здесь вышло обновление. И смотрите, теперь у меня доступно здесь это мега крутое яичко, которое мы сейчас с вами откроем и посмотрим, что же здесь такое интересное у нас. Итак, открывайся! Открылся телепорт. И что же нас там ждет? Давайте зайдем и посмотрим. Спонсором сегодняшнего видео выступает обновленный сайт Roblox 3. Дизайн сайта обновился и выглядит очень круто. А курс стал еще выгоднее. За 1 рубль вы получите целых 3 робокса. Но кроме того, вместе с обновлением самого сайта на Roblox 3 появился новый способ покупки робоксов, где не нужно ждать 2 недели, чтобы состоять в группе. С помощью нового метода, который называется трансфера, вы с легкостью сможете купить робоксы, а ждать придется минимум 5 дней, что намного быстрее, чем на других сайтах. А если вы не разобрались, как купить через новый метод, я специально оставлю ссылку для моих подписчиков в описании на подробную инструкцию, чтобы каждый смог купить как можно больше робоксов. Быстрее переходи на сайт по моей ссылочке в описании и делай самые выгодные покупки на сайте rbx3.com. Итак, мы оказались в каком-то новом мире, ребята, и здесь у нас это типа реберт, да, мы сделали новый мир, новые пчелки. Так, давайте-ка попробуем развиваться. Кстати, смотрите, у меня же целая куча метка осталась, 87 тысяч, поэтому прежде чем заходить в новый мир, наверное, стоило понабрать большое количество меда. Смотрите, я же сейчас здесь вообще много чего смогу пооткрывать сразу же сходу. Так, давайте здесь я все собираю, так, разблокируем. И там дальше есть еще одно яичко какое-то крутое. Так, с кактуса я не могу ничего собрать, с шапочек тоже не могу ничего собрать, но зато могу сразу же прокачать здесь гигантскую территорию. Но все, мы за раз не пройдем это уж 100%, потому что я уж точно знаю, что нам 87 тысяч явно не хватит для того, чтобы разблокировать все. О, рарное яичко у нас, давайте откроем. Опа, нам выпала какая-то рабочая пчелочка другого цвета. Надеюсь, она будет приносить мне больше метка. Так, здесь собираем, кстати. А сколько? А, здесь также, да, 2 цветочка, 1 медок. Ничего не прибавилось. Я думал, хотя бы, может быть, нам прибавится что-нибудь, и мы побольше сможем получать. Так, это у нас тоже обычное яичко. Так, и здесь выпадает красная пчелочка. Я не знаю, ребята, какая пчелочка у нас здесь лучше. Красная, коричневая, может быть, еще какая-то. Но они отличаются по цветам. Что это дает, я не знаю. Но зато вроде бы здесь цветочки побольше прибавляют. Хотя это тоже не точно. Так, смотрите, я уже сколько разблокировал здесь. Я почему-то в пустыне нахожусь. С чем это связано, я тоже пока что не понимаю. О, сюрприз яичко. Так, что же здесь выпадет сейчас с нашего сюрприз яичка? Так, а что, я его открыть не могу? Так, давай открывайся. Бам! 1200 метка. Ну, неплохо, неплохо. Для старта, я думаю, это вообще замечательно нам подойдет. Так, сейчас здесь мы тоже все разблокируем. И пальмы появляются. У нас здесь и кактусы, и пальмы, и много, и еще чего интересного за раз. Так, может быть, мы немножечко в эту сторону продвинемся. Вот так вот. Оба-на! И здесь тоже мы открываем. Оба! Здесь тоже собираем. Можно вот так вот до конца пройти, как в прошлом видео. Я дошел до этого яичка, да? Немножечко слайфхачил, так сказать. Но в этот раз у меня не по... О, сюрприз, яичко, отлично. Может быть, мне еще дадут больше. Так, опа. 18 тысяч цветков мы получили. Здорово, ребята, вообще здорово. Так что, может быть, даже и получится до цветочка, ой, до яичка добраться. Ну-ка, сейчас вот здесь вот 1000 уже стоит. А чем дальше идем, тем дороже же, ребята. Тем дороже у нас это все будет обходиться. Так, здесь раз... Вот, 2000, 2500 уже ячеечек стоит, ребята. Обалдеть. Так, здесь продолжаю открывать. Ну-ка, 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 что? Опа, какой черный гигантский цветочек. Так, 5000. Давай! И мы почти что... О, гигантский кактус. 7000. Смотрите, сейчас мы дойдем до этого яичка. Так, есть, дошли. И оно стоит
10 тысяч метка просит. Обалдеть. Так, а если, смотрите, если мы можем... А, смотрите, у нас есть еще и третий мир, наверное, да? Может быть, и нет. Так, я не знаю, стоит ли мне тратить сейчас на разблокирование этого яичка. Нет, давайте мы все-таки оставим это на конец, пускай у нас в конце это все разблокируется. Но я думаю, если что, мы можем, наверное, вернуться в первый мир, подкопить тоже немножечко метка, и с этим как-то нам полегче будет жить. То есть мы здесь еще получше сможем развиваться. Так, давайте уж тоже будем здесь яички открывать. Все-таки пчелки мне нужны. Я понял то, что чем больше пчелок, тем больше у нас приходит метка в целом. Так, это все я разблокирую. Так, и здесь тоже. Но помните, у меня было 87 тысяч. Я уже вот столько вот открыл в этой локации. Так что я думаю, чтобы попасть в следующую локацию, мне тоже нужно будет накопить гигантское количество метка. Но думаю, соточку мне тоже хватит, чтобы хотя бы половину здесь разблокировать. О, сюрприз яичко, давай открываем сюрприз. Яйца мне здесь нравятся, они могут приносить 4000 меда. Отлично, этого вообще вполне достаточно, чтобы здесь... Вот все обустроить, открыть все эти ячейки. Открываем. Так, оба. И смотрите, у нас как-то странно все эти ячейки разблокировались. Так, здесь тоже продолжаем. Вот, отлично. Но я точно понимаю то, что, смотрите, те последние, они у нас очень дорого будут открываться. О, еще сюрприз яичко. Так, сколько сейчас дадут? О, еще 4000 метка. Здорово, вообще классно. Так, здесь мы тоже все одновременно разблокируем, ребята. Открываем все эти ячейки. Давай. Может быть, еще сюрприз яичко будет. Но в той игре у меня было всего лишь их 4. О, рарное яичко. Так, откроем рарное яичко. Так, оба-на! Еще красная пчелочка мне выпала. Здорово. Так, и открываем. Мои пчелочки уже здесь работают. Прям в полную силу собирают, стараются. Так, и здесь... Тоже последнее открываем. Есть, смотрите уже сколько открыли. Здорово, так. Теперь мы тоже по несколько ячеек сразу будем открывать. Здесь тоже по 2. Если вот так вот подходить, то можно сразу по 2 и ячеечки открывать. Так, открываем и здесь тоже. Оба. И теперь вот так вот пойдем. Здесь откроем. Так, разблокировали. Теперь здесь разблокируем. И бэмч, есть готово. Теперь вот эти, у меня все еще 54 тысячи метка. А если мне еще сюрприз яичко выпадет, еще будет круче, ребята. Здорово, вообще просто классно. Так, оба-на. Итак, здесь разблокируем. И у нас вот тут вот останется. О, еще сюрприз яичко, отлично. Так, давай еще метка. Ну или может быть цветочки в этот раз дадут. Не знаю, оба, еще 4700 метка. Вообще замечательно. Супер классно. Так, здесь собираем, открываем. Сразу по 2 тоже. Так, здесь тоже открываем. Ну все, здесь уже очень дорогие идут. Так, давай вот так вот пойду, пока что эти будут разблокировать. Эти у нас подешевле стоят. Так, разблокируем и... Опа! О, комонка, яйцо комонка. Так, подожди, не-не-не. О, еще здесь тоже комонка. Давайте потом с этими комонками разберемся. Пока что, я уж думаю, они очень дорого стоят. Поэтому не хочу пока что на них тратиться. Пойдем вот так вот разблокировать. Так, оба, разблокируем вначале ячеечки. Насколько у меня хватит, а потом уже... Может быть, если останется, то мы им пчелок здесь откроем побольше. Так, открываем здесь. Отлично, здесь тоже. Ну, смотрите, по 2000 мы уже тратим. Так что даже то, что нам яичко дало 4000, это всего лишь на 2 ячейки мне здесь хватает. Так, ладно, вот здесь уже 2,5. Жесть. Так, идем дальше. Не, смотрите, мне не хватит. Ну, может быть, если я сейчас свои цветочки сдам, может быть, тогда хватит, конечно. А может быть и нет. Ну-ка. Так, здесь открываем. Открываем. Так, и остается у меня совсем чуть-чуть ячеек не разблокированных, ребята. Совсем капельку.
Так, здесь давай открываем, может быть, сразу по две будем открывать, а все-таки они долго открываются. Так, 7000 осталось, 7000! И я все-таки не смогу разблокировать вот эти ячейки, потому что у меня не хватит. Все, медок у меня закончился, ребята, я побежал все это дело сдавать. Так, летим, летим, летим. 20, ну я 10 тысяч только максимум смогу получить. Всего лишь 10 тысяч метка. Я думаю, надолго нам этого не хватит. Так, ну ладно, давайте попробуем хотя бы последнюю, что ли, разблокировать. Может быть, тогда что-то получится у нас. Так, все-таки же мы не разблокировали вот эту вот последнюю ячейку, которая 10 тысяч. А у меня как раз 12 тысяч. Ну-ка, может быть, здесь тоже у нас следующий остров не открыт. Так, открываем. Бам! О, нет, можно, смотрите, можно разблокировать это яичко. Оно 21 тысячу стоит. Так, ну давайте пока что вот это вот разблокируем. Опачки! Нет, не хватило. Значит, мне сейчас придется, ребята, побольше здесь посидеть, пособирать еще метка. А давайте попробуем, может быть, мне в первой локации будет легче собирать. Так, я вот вернулся в свою локацию. Так, и у меня здесь пчел-то побольше. Может быть, я и побыстрее здесь смогу все собрать. Но странно то, что количество метка у нас не увеличивается. Хотя мы локацию разблокировали. Я думаю, мы там быстрее будем развиваться. Но, видимо, я в этом плане немножечко ошибался. Ладно, я сейчас соберу здесь достаточно много метка, чтобы завершить свою вторую локацию. То есть мне примерно надо 50 тысяч еще меда собрать. И этим я сейчас и займусь. Насобирал я метка. Теперь лечу открывать вот это яичко последнее. Возможно, мне еще и хватит здесь достроить этот островок. Да должно хватить, по сути. Так, ну давай, открываем, открываем. Откроется ли у меня третий мир, ребята, или нет? Так, есть, портал построил. Нет, третьего мира еще у нас не завезли. Так, но зато можем достроить теперь спокойно. О, сюрприз яичко, хочу открыть, хочу открыть. И мне упадает 120 тысяч меда. Надо было всего лишь открыть это сюрприз яичко, и тогда бы нам вообще не пришлось бы здесь полчаса опять собирать такое количество меда. Но кто ж знал, да кто ж знал. Ладно, давайте здесь тоже все яички наоткрываем. Пускай у нас здесь тоже будет максимальное количество пчел. Так, здесь тоже у нас. И еще последнее яичко здесь, по-моему, осталось. Больше я уже нигде не вижу, да? Все, вроде бы. Всех пчел мы здесь вылупили. Отлично, ребята. Смотрите, как здорово. Мы прошли второй мир, и это было достаточно быстро. Ну что, давайте в этот раз тоже устроим челлендж вам. Если это видео тоже соберет 500 лайков, то запишем продолжение. Правда, продолжения здесь пока что нет. Третьего мира не существует. Но как только выйдет обнова, мы обязательно на ее посмотрим. Но, а на сегодня у меня все. Не забывайте подписываться на канал и писать крутые комментарии. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.